Итак, ребятки и девчатки, ситуация следующая. Сейчас мы пойдем покупать курочку. Для тех, кто в Колве отдыхает, вы можете понять, где это продается. Недалеко от пляжа. Но скажу сразу, если вдруг вы там беременная женщина, там, блин, там какой-нибудь эпилептик, зоушиза, там еще чего-то, там, человек, который не приемлет вид крови и так далее и тому подобное, ну, не надо смотреть это видео, уходите быстрее, скоро будет поздно. Потому что магазин по продаже кур, chicken shop, так называемый, здесь выглядит немножко иначе, чем у нас. Привет! Вот он у нас, дядька, похожий на Бармалея. Hello, my friend! Это молодой покупатель. One chicken and 12 eggs, please. То есть вот, например, молодой человек сейчас получит почекрыженную тушку. Это все будет симпатично, хорошо. Вот. В нашем случае все выглядит немножко иначе. Мы хотим целую курицу, да, и уже, ну, стандартно целую курицу, и дома ее уже как бы готовить. Тут немножко темновато, а вот, собственно говоря, и куры, которых он продает. Берет. Вот так вот он ее баньки кладет. Окей. Окей. Вот так вот он ее немножко делает буль-буль. И отправляет ее вон туда вон. Я. Отвратительный зритель. Закрывай. Клоус. Да, 12. Нет, это, видимо, не покупатель был. Это, видимо, ребенок этого Бармалея. Хотя, собственно говоря, надпись халяль намекает, наверное, you Muslim? Муслим? Ну, я же говорю, Бармалей. No, I Бармалей. Бармалей. Ты знаешь, что такое Бармалей? You know Бармалей? No? Нет? Это вот, в общем, you Бармалей. Так, ну чего там? Пора разделывать? Нет. Нет, по-моему, еще не пора. Да, точно. Вот плакат. Да, да. Халяль. Я тебя увидел. I know халяль. Вот is it халяль. Что там? Все? Кирдык? Я. Yeah. Ну, давай. Ну, ребят, я предупреждал, да, то, что это смотреть не шибко приятно, дальше, наверное, будет вообще жесть. Лапы они почему-то не отдают в итоге. Я уж не знаю, куда они их там потом девают. Курица здесь получается достаточно дорогая.
И вот что-то как-то вот обдирают, он ее, ну прям вот вообще весело. У нас как-то все это дело, там что-то там опаливают, что-то там изгаляются, что-то пятое, десятое. А здесь шмяк-шмяк, все, голая тушка. Жена, правда, бедная, говорит, не могу, говорит, ее, говорит, сначала трогать, говорит, она, говорит, теплая еще. Я говорю, да есть жара, потому что она, говорит, и нафиг, говорит, не жара, говорит, она просто теплая. Парное мясо. Вот те, наверное, вечером пойдут уже. Чпок-чпок. Собственно говоря, еще какие-то конвульсии у нее происходят. Видите, прям сокращается. Жуть и ужас. Я прям представляю видео с какого-нибудь там острова этих, как Ганнибалов. Примерно так же, наверное, человечину там чекрыжит. Ну ничего, сейчас она приедет, полежит отдельно в холодильничке. И жена сможет из нее что-нибудь вкусненькое приготовить. Собственно говоря, вот как выглядит процесс покупки в индийском штате Гоа курицы. It's chicken shop. How many chicken you sell from day? From day. How many? Рублей. Сколько? Рублей. Ничего не понял. How chicken you sell from day? From this Maharashtra and Hubli, Karnataka. Не, штук. One chicken, two chicken, yeah, four chicken. How many? Four. 5-6? 5-6? From day? Ну, не густо. 5-6 кур продает. Но, в принципе, наверное, ему хватает. Как говорится, Аллах помогает, многого не хочет. Ну, да и ладно. Так, что там еще? Еще синий пакетик, точно. Надо пойти что-нибудь более симпатичное вам показать, например, овощной рынок. Окей? Окей.